На телеканале «Брянская губерния новости», в студии Александр Новиков. Здравствуйте. На бирже губернаторов руководитель Брянской области Александр Богомаз по результатам сводного анализа за август, предоставленного независимым агентством «Политброкер», отнесен в группу руководителей, чьи политические акции в минувшем месяце демонстрировали активный рост. Встреча главы нашего региона с главой российского правительства Дмитрием Медведевым стала одним из главных факторов высокой оценки. Премьер-министр высоко оценил успехи Брянщины по уменьшению долговой нагрузки и реализации важных проектов. Также Дмитрий Медведев отметил региональный опыт по решению ситуации с нехваткой врачебных кадров, решение о выделении федеральных средств на развитие онкодиспансера, а также на реконструкцию аэропорта. Заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов при посещении Брянщины также дал позитивную оценку переменам. На открытии нового современного тепличного комбината в Журиничах присутствовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. На Брянщине активно прошел ремонт крыш образовательных учреждений, продолжается масштабный ремонт автомобильных дорог, показательно прошла знаменитая Свенская ярмарка. Открыт детский сад «Росинка» на территории старого аэропорта. Учебным учреждениям региона для перевозки детей были переданы 24 специальных автобуса. Заработал предуниверсарий. На большой пресс-конференции Александр Богомаз в течение 2,5 часов отвечал на самые разнообразные вопросы представителей СМИ, а также интернет-сообщества. Брянская область отметила День знаний. Первый звонок прозвенел для 128 тысяч учеников. Праздничный день начался со школьных линеек и поздравлений. Цветы, улыбки и напутствия. Каким запомнился этот день студентам Брянского государственного университета и ученикам первого лицея в репортаже Екатерины Зойдиной. Примета первого дня осени. Белоснежные банты, строгие костюмы, галстуки и огромные букеты цветов. Первый звонок в этом году прозвенел для 128 тысяч школьников и почти 14 тысяч первоклашек. Поздравления с началом учебного года звучат и в адрес первокурсников. Брянский государственный университет встречает студентов. Ждешь чего-то особенного, серьезного. Готовимся в бой уже завтра. Воодушевляюще, потому что интересно, как пройдут годы на контрасте со школой. Вот, поэтому в боевом настрое. Волнение не скрыть. Вместо школьных кабинетов их ждут университетские аудитории. Новые знакомства и новые знания. Больше 1700 выпускников школ области и других регионов в этом году стали студентами Брянского государственного университета. Дорогие студенты, я желаю вам не только положительных оценок, но и крепкого фундамента знаний, на котором вы будете строить всю свою дальнейшую жизнь. Профессорско-преподавательскому составу от всей души желаю терпения и глубокого удовлетворения своей работой. Я от всей души желаю вам, чтобы ваша студенческая жизнь была наполнена только интересными событиями. В зачетках стояли хорошие, отличные отметки, чтобы вы никогда не разочаровались ни в выбранном университете, ни в выбранной вами профессии. Символический ключ к знаниям – студенческий билет и зачетная книжка. По традиции вручаются первокурсникам на торжественной линейке. Мы надеемся на то, что в ваших зачетках будут только хорошие и отличные оценки, что годы учебы в университете станут для вас школой профессионального становления, что по окончанию вуза вы вольетесь в различные сферы экономики родной малой родины Брянщины. Своих учеников встречает и городской лицей номер один. Впереди новый учебный год и новые впечатления. Ребята признаются, что соскучились за лето по одноклассникам, не скрывают радостных эмоций. Старшеклассники уже задумываются о предстоящих экзаменах. Очень волнительно переживаю насчет экзаменов, которые предстоят в ближайшем будущем. А так, в целом, очень радостное событие. Очень рада, что оказалась именно в этом классе с этими ребятами. Лицей гордится своими учениками и педагогами. Это одно из лучших учебных заведений России. Одна из площадок Центра работы с одаренными детьми, брянский «Сириус», развернулась на базе лицея. Только вперед, только к открытиям, только к свершениям. Нынешний учебный год ознаменован для нас совершенно новой страницей, совершенно новым витком и этапом в развитии.
развитие нашего учебного заведения. Наш лицей стал государственным общеобразовательным учреждением. И, подводя итоги минувшего учебного года, мы можем уже говорить о том, что лицею достался новый автобус, лицей переходит на льготное питание, лицей получил дорогостоящее образовательное оборудование, включающее в себя интерактивные панели, универсальные лаборатории для выполнения исследовательской деятельности. Число учеников лицея растет. В этом году первый звонок прозвенел для 150 пятиклассников. Строятся новые школы, строятся новые детские сады, создаются все условия для наших ребят. От них остается только одно – учиться и наслаждаться детством. Ну и, конечно, линейки для всех наших ребят, которые пройдут и 1, и 2 сентября по всей нашей области, вот станут таким рубежом в этом большом и таком долгом пути. Все школы региона готовы к началу учебного года. Обновилось оборудование в классах, приобретено больше 100 школьных автобусов. В регионе продолжается строительство школ и образовательных центров для одаренных детей. Начал работу предуниверсарий. Уникальное учебное заведение будет ежегодно подготавливать более 100 школьников к поступлению в 1 Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Все это открывает новые возможности для детей региона и позволяет молодежи реализовать свои мечты. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События, Брянск. 1500 студентов впервые сядут за парты Брянского аграрного вуза. День знаний отметили будущие ветеринары, агрономы и инженеры. В Брянской области престиж аграрных специальностей с каждым годом повышается. И недаром. Если лучшие сельхозпредприятия дают работу и достойный заработок выпускникам Брянского аграрного вуза. На линейке сотни ребят. Они будут лечить животных, выращивать растения, заниматься селекцией, проектировать дороги и технику. Нравится профессия ветеринара и престижно, можно сказать. У меня профессия наземно-транспортные технологические комплексы, строительство дорог, ремонт автомобиль, электропроводка. На протяжении 11 лет я мечтал попасть сюда. Планирую сначала отучиться на механика, а потом пойти на высшее. Не меньше своих чад волнуются родители, ведь они вместе с детьми принимали важное решение, куда пойти учиться, кем станет их ребенок. На общем семейном собрании было принято, как бы посоветовались, решили, что именно сюда. Положительные отзывы очень многие друзья, товарищи, как бы закончили. Мы здесь уже учебное заведение, поэтому решили поступить сюда. Всего 1 сентября порог Брянского государственного аграрного университета переступили 1553 первокурсника. 1011 из них пошли на специальности высшего образования, 542 студента на среднее профессиональное. Добрая традиция, символический ключ знаний ректор аграрного университета передает первокурсникам. Я нисколько не сомневаюсь, что на первом плане у вас будет эта учеба. Успехов вам! Студенты и педагоги получают поздравления от первых лиц области. Прорыв в сельском хозяйстве региона во многом заслуга качественных кадров, которые готовит Кокинский вуз. Ведь не просто так. Именно здесь проходят масштабные агровыставки. На достижения наших ученых-аграриев в День поля съезжаются посмотреть со всей России и соседних государств. Сельское хозяйство области уверенно растет. О наших аграрных рекордах знает вся страна. А наш опыт перенимают аграрии не только из других регионов, но и из других стран. Во многом это заслуга наших выпускников, а следовательно и всего коллектива. Студенты университета получают прекрасные знания и опыт, чтобы потом применять его в ведущих предприятиях региона. Со своей стороны хочу заверить, что правительство Брянской области всегда будет поддерживать инициативы университета. Напутствие студентам и педагогам вице-губернатор подкрепил ценным подарком. А несколько ребят получили именные стипендии от областной организации профсоюза работников АПК. Андрей Мамошин, Сергей Дюков. События. Выгонический район. Встретили День знаний и в 27-м лицее. В этом году здесь стали первоклассниками 130 детей. Мы хотим весь мир объехать, всю вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и
и счастливого пути. Перед зданием 27-го лицея море букетов и белых воротничков. По глазам родителей видно, волнуются не меньше своих детей. 130 ребят впервые примеряют на себя гордое звание лицеист. В этом году здесь набраны сразу 4 первых класса. Благодаря личному участию губернатора области Александра Васильевича Богомаза, после того, как была введена пристройка к лицею, мы сегодня спокойно можем принять на учебу 1500 детей. И в настоящий момент у нас более 1000 детей уже обучается, поэтому проблемы с местами у нас нет. Наоборот, мы с удовольствием примем еще ребят, которые пожелают учиться у нас в лицее и получить качественное образование. Этот учебный год станет последним для 65 выпускников. Поздравить учеников лицея приехал заместитель губернатора Владимир Оборотов. Бывший директор 27-го пожелал лицеистам легкой учебы и успешной сдачи выпускных экзаменов. Дорогие лицеисты, я бы хотел сегодня обратиться к вам и сказать, что лицей номер 27 – это особое, уникальное инновационное образовательное учреждение. Здесь дают очень качественные знания. Эти знания позволят вам поступить в любое высшее учебное заведение нашей великой России. Не обошелся праздник без подарков. На торжественной линейке руководителю 27-го Игорю Афонину вручили сертификаты на покупку компьютерной техники. Также лицей получил уникальный интерактивный комплекс. Плазменная система размером 4 на 2 метра даст возможность транслировать лекции ведущих вузов страны в онлайн-режиме. Валерия Бурносова, Игорь Винничук. События. Брянск. Поздравили с Днем знаний учеников средней общеобразовательной Жирятинской школы. В этом учебном году получать знания будут более 300 учеников. Сегодня в Жирятинской средней общеобразовательной школе обучается 315 человек. Дать торжественный старт и поздравить с Днем знаний приехали почетные гости. У нас в Жирятинской школе, в Жирятинском районе, во всей Брянской области губернатор шлет свои поздравления вам, учителям, родителям. И позвольте я прочитаю это приветствие. Желаем всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть новый учебный год будет интересным и плодотворным, принесет радость новых достижений и побед. Мы надеемся, что школьная жизнь будет для вас интересной и будет увлекательной, что вы будете учиться на пятерке. Волнуются сегодня и наши выпускники. Этот учебный год для вас заключительный. Благодаря нацпроекту «Образование» на торжественной линейке школе вручили сертификат на новый компьютерный класс. На базе школы будет создан Центр гуманитарного и профильного образования «Точка роста». В 2020 году по проекту планируется подключение сверхскоростного интернета в школе. Значит, и ждем лучших перемен. В этом году 32 новоиспеченных ученика переступят порог и сядут за парты Жирятинской общеобразовательной школы. Новые товарищи, первый учитель и, конечно, самый важный урок – урок мира и доброты. Мы будем друг друга уважать? Да! Да! Мы будем друг друга любить, ценить и никогда не скучать. Да! Я хорошо буду в школе учиться, мне нравится. Тут хорошо, друзей много, знания новые будем познавать. Нравится, очень хорошо учиться. Почему нравится? Что нравится? Потому что учитель хороший, очень хорошо в классе. Подготовка к единому государственному экзамену, выбор будущей профессии, новый учебный год важен и для выпускников школы. Их в этом году 15. Но на самом деле это очень волнительно, так как ты понимаешь, что через год у тебя начнется совершенно новая жизнь. Новые впечатления какие-то. И на самом деле даже как-то не хочется уходить со школы. Это все стало таким родным и близким. Школа является базовой. Тут проходят семинары работников образования и всевозможные культурные мероприятия. Для райцентра эта школа уникальна в Брянской области тем, что она единственная школа райцентра сельская. У нас село Жирятино. Дети наши современные, тоже продвинутые. Все как везде. Увлечены информационными технологиями, поэтому этот класс школьный, на который получен сертификат, будет им очень кстати. Для учеников Жирятинской школы, как и для многих ребят региона, старт в новый учебный год дан. Начало нового пути с традиционного первого звонка. Мария Сильвестрова, Анатолий Чекрыгин. События. Жирятина.
Уже по традиции в преддверии Дня города в Брянске состоялся субботник. Участие в нем приняли почти 7 тысяч горожан. Как итог, в порядок приведены городские скверы и парки, а также дворовые территории. В рамках субботника специалисты дорожного управления совместно с региональным оператором в сфере твердых коммунальных отходов приступили к ликвидации свалки по улице Фабричной. Палитра запахов и горы отходов. Вот так не один десяток лет выглядел природный ландшафт по улице Фабричной. 20-метровые склоны, полностью утонувшие в мусоре. Гигантская свалка раскинулась на 1000 квадратных метров. В советское время все это сжигалось на смещах. Такого не было. А уже вот когда провели нам, с одной стороны, хорошо, что газ, а с другой стороны, вот появилось вот это. Мусор не вывозили от нас сюда. Вот контейнеры нам мусорные поставили второй год как. За ликвидацию свалки взялись городские власти и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Очистить огромный овраг вручную не представляется возможным. Склоны слишком крутые и глубокие. Справляться приходится при помощи техники, что тоже нелегко. Работа ведется уже второй год. Здесь проводятся работы по укреплению склонного оврага для возможности. И работы техники и специалистов со специальным оборудованием. Вот. И в дальнейшем уже будет выемка. Ну, конечно же, с подсыпкой вместе же производится уборка мусора, чтобы она не засыпалась, а убиралась и вывозилась на полигон ТБЛ. Спасибо им большое, что они занялись этой свалкой, что собираются вывозить все это, потому что это, этому оврагу, не знаю, сколько ему лет, уже там за 100 точно, наверное. Вот. Мы хотели бы, конечно, чтобы это все вычистили. Ликвидировать свалку власти обещают уже в этом году. А вот избавить себя на будущее от мусорных проблем должны постараться и сами местные жители. Если будет подъезжать машина, фотографируйте, снимайте, передавайте либо нам, либо региональному оператору. И мы тогда будем принимать меры к тем, кто несанкционированно вывозит. К слову, с начала года в регионе уже удалось убрать порядка 400 свалок. Поучаствовать в благоустройстве общественных территорий или хотя бы своего двора может каждый. Мусор к нам, к сожалению, марсиане не забрасывают. Да, есть недобросовестные люди, да, те, которые не доносят. Давайте сделаем для себя красиво и чисто, чтобы рядом с нашим домом стало чисто. Обрядочно в наш общий дом. Кристина Процхилова, Александр Жучков. События, Брянск. Объять необъятное, зрить в корень, скрутить кочергу в узел или средь шумного бала случайно. Влюбиться в будущую жену, даже не видя ее лица. Речь о нашем земляке, поэте, драматурге Алексее Константиновиче Толстом. В его честь в поселке Красный Рог Почепского района прошел традиционный 53-й всероссийский праздник «Серебряная лира». Вы, может быть, приедете к нам в Красный Рог, если бы вы знали, какое это великолепие летом и осенью. Из письма Алексея Толстого товарищу по перу Полонскому. Праздник «Серебряная лира» как раз и проходит на перепутье двух сезонов – лета и осени. Поэтому гости усадьбы графа Толстого как раз могут прочувствовать, что имел в виду великий поэт. Праздник Алексея Константиновича Толстого традиционно начинают с литии возле усыпальницы поэта и его жены Софьи. Почтить память нашего известного земляка каждый год приезжают первые лица области, руководители писательских организаций из соседних городов и стран, поэты и писатели. Актеры брянских театров вдыхают жизнь в героев произведений Толстого. Здесь вурдалак и русалки, князь Серебряный, царь Федор Иоаннович, бессмертный персонаж Козьма Прутков. А вот интерес к творчеству Алексея Константиновича не угас. И во многом его загадки сегодня мы с удовольствием пытаемся разгадать. Слава Алексею Константиновичу! Замечательно, что этот праздник проходит в канун другого замечательного праздника, Дня знаний. Буквально в самые ближайшие дни в школьные библиотеки поступит 2500 томов произведений Алексея Константиновича. И наши дети будут больше изучать творчество нашего замечательного земляка.
Здорово, что сегодня на Починской земле оживают литературные герои Алексея Константиновича, и мы снова возвращаемся к хорошим, добрым мыслям, которые были заложены в его творчестве, в различных сценках, афоризмах, исторических романах, драматургии. С каждым годом «Серебряная лира» пополняется новыми гостями. Впервые в «Красном роге» орловские поэты. Тонкого лирика Алексея Константиновича Толстого мы узнаем в самом раннем возрасте. Со стихотворения «Колокольчики мои», наверное, начинается знакомство с его творчеством у каждого из нас. Вот. Потом в юности мы читаем «Князь Серебряный». Потом в более зрелом возрасте знакомимся с Козьмой Прутковым, другими драматическими, драматургическими произведениями. На камерных сценах усадьбы опытные и молодые поэты, певцы и танцоры. Уже постоянный гость Брянщины, участник многих поэтических праздников Анатолий Мироненко, руководитель Международного союза писателей и мастеров искусств, приехал из Украины. Я вам привез добрые пожелания, приветы пламенные из Украины. И меня попросили еще, чтобы я передал добрые пожелания от поэтов и писателей Белоруссии. И звучит свежо и юно новых сил могучий строй, как натянутые струны между небом и землей. Замечательно, что есть такой праздник, замечательно, что праздник продолжается, и сегодня тоже много гостей здесь, и это тоже радует, потому что, в общем-то, понимаешь, что Алексея Константиновича помнят, и он, в общем-то, в нашей культурной традиции, он вместе с нами. Дамы и кавалеры в бальных платьях, поэты и театралы. Крестьянский быт, охота, ее так любил Алексей Константинович. Здесь все, что окружало Толстого. А теперь и нас на празднике «Серебряная лира». Андрей Мамошин, Анатолий Чекрыгин. События «Красный рог». Кубок уезжает в Питер. В Брянске подвели итоги международного детского футбольного турнира «Кубок наших надежд». В финальном поединке воспитанники Академии футбольного клуба «Зенит» с минимальным счетом переиграли сверстников из Краснодара. «Зенит» Краснодар. Матчи между этими командами всегда переполнены эмоциями и борьбой. Даже если на поле десятилетние футболисты. Обыграть принципиального соперника – дело чести. В финале турнира в Брянске вполне ожидаемо встретились воспитанники двух крупнейших академий страны. На этот раз чуть больше повезло ребятам из Питера. Победу «Зениту» принес единственный точный удар в середине второго тайма. Несколько матчей было упорных, да, мы не пропустили ни одного гола на турнире, но все команды создали нам большие проблемы и пытались забить, потому что ну, имя «Зенит», Академия «Зенит», конечно, это мотивация для ребят. Играя с такими командами, с такими академиями, ребятами они прежде всего учатся. Приобретают тот бесценный опыт, который все-таки им пригодится в дальнейшей карьере. Все-таки одно дело играть и варясь в собственном соку, а другое дело, когда играть здесь с такими командами. Ну, я думаю, они быстрее расти. Поэтому все спрашивают, то приедет, когда узнают, то приезжают. Даже многие говорят, поставьте нас специально в группу там, с «Зенитом» там, или с «Краснодаром», ну, чтобы было интересно сыграть. В этом году в фестивале приняли участие более 50 детских команд. Футбольные страсти на полях учебного центра «Динамо» кипели больше двух недель. В итоге в этом футбольном празднике поучаствовали юные игроки трех возрастных групп. Я очень рад, что в бескомпромиссной борьбе каждый год выясняется, кто сильнейший. Но выигрывает от этого каждый ребенок, кто приезжает сюда к нам в гости в Брянскую область. Это очень важно. Чем больше таких турниров, тем лучше будет наша страна. Организаторы делают все возможное, чтобы у детей остались самые приятные воспоминания о поездке в Брянск. Именно поэтому в свое время было принято решение вручать сразу несколько кубков. Учреждены специальные номинации и индивидуальные призы. Дмитрий Кузнецов, Игорь Винчук. События. Брянск. Что посеем, то и пожнем. Элитные семена зерновых представил на Освенской ярмарке сельхозкооператив «Союз» – крупнейшее семеноводческое хозяйство в Брянской области. СПК «Союз» работает на зерновом рынке более 40 лет.
Предприятие постоянно следит за качеством и надежностью своей продукции. Все посевы производятся высокорепродуктивными семенами. У предприятия есть пашня на 4800 гектаров. В хозяйстве работают 89 человек. Основная специализация СПК «Союз» – производство элитных семян – зерновых, зернобобовых и кормовых трав. Ежегодно «Союз» производит около 3000 тонн элитных семян и около 2000 репродукционных. Семена бобово-злаковых смесей изготавливаются в любых процентных и количественных соотношениях. Предприятие многопрофильное, занимается и животноводством. Держит около 1000 голов крупного рогатого скота. СПК «Союз» поставляет свою продукцию по всему Центральному федеральному округу, а также в Ленинградскую и даже Калининградскую области. Игорь Умаров, Игорь Винничук. События. Брянский район. Высокое качество, большой ассортимент молочной продукции, конечно, сыр. Сулугуни, моцарелла, брынза. Все это выставка предприятия «Стародубский сыр». Стародубский сыр – один из лидеров по производству сыродельных предприятий в России. Уникальные технологии, широкий ассортимент и высокое качество. Все это ценит не только брянский покупатель. Любят стародубский сыр и в соседних областях. У нас знакомые привозят прямо непосредственно из Стародуба. Мы сами из Калужской области. Пожалуйста, поэтому возьмите. Мы даже искали вашу палатку, вот, чтобы специально купить. А масло очень вкусное. Успешного развития. Спасибо, спасибо большое. Вам. Для создания сыра используется только отборное жирное молоко и натуральные ингредиенты. Гостям ярмарки были представлены новинки предприятия. Высоко был оценен элитный сыр «Экстра Хард» с выдержкой 2 года. Мы произвели его 2 года назад. Из отборного молока подобрали закваски по определенной технологии. И в этом году, терпеливо мы ждали, в этом году наконец-то мы добились того вкуса. И поэтому решили его представить на этой ярмарке. Еще одна линейка стародубских сыров «Латеска». Моцарелла, сулугуни, амальтеи, брынза – далеко не полный список свежих сыров. Каждый отличается своей историей и ингредиентами. Все это делает сыр по правде уникальным. Торговая марка «Латеска» – это наша любимая тоже, да, марка, потому что они тоже из отборного молока, действительно из дорогого производятся. И они без созревания. Мы их называем белые. Эти произвели вот сегодня, да, посолили, завтра мы можем продавать. Сегодня главные цели предприятия – удовлетворение требований потребителям, производство натуральной и высококачественной продукции и, конечно, доступные цены. Экспозиция в этом году богатая. Сливочное масло, ряженка, кефир, копченые и колбасные сыры и даже сыр необычной формы. Также продемонстрировали обновленную линейку молочной продукции «Березка» торговой марки «Стародуб». Любой желающий мог с удовольствием продегустировать продукцию предприятия «Стародубский сыр». Мария Сильвестрова, Александр Жучков. События. Брянский район. И у меня к этому часу все. Спасибо за внимание. До скорой встречи.